К другим новостям. 7 ноября на центральной площади города прошел митинг, посвященный столетию со дня Октябрьской революции. Митинг был немногочисленным и собрал несколько десятков человек, в основном представителей старшего поколения. Выступающие отметили, что Октябрьская революция стала событием, которое положило начало глобальным изменениям на карте мира, в истории стран и континентов, в судьбах людей. Для многих поколений армавирцев годовщина Октябрьской революции по-прежнему является дорогим праздником, символом преобразования жизни. Это память старшего поколения об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед мужеством тех, кто защищал Родину, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи.